Привет, мамино солнышко. Какая-то ты у меня раздетая. На улице похолодало и дома тоже. Нам стоит с тобой переодеться. Потеплее. Я принесла тебе новую одежду. Ты моя маленькая. Как вот у тебя игрушек. И зебра, и слоник, и мишка еще сидит. Ха, какой миленький. На время уберем твои игрушки, чтобы они не мешали нам переодеваться. Ты же у меня маленькая модница. Потерпи немножечко. Я принесла милую маленькую шапочку. Будешь моей маленькой барашкой. Кудрявой. Давай ее оденем. Ну, это моя. А теперь оденем боди с длинными рукавами. Тут нарисованы милые облачка. Какая ты у меня милашка. Солнышко ты мое. У меня есть такие милые штанишки. Комбинезончик. Вязаный, красивый. И тепленький. Сейчас в самый раз. Ой, нам немножко великовато. Ничего страшного. Вот мы и переоделись. Ребята, вам понравился сегодняшний костюм? Маленькая овечка. Такая миленькая. И тепло. Теперь нам теплее. Какой милый маленький кармашек. Ставь лайк и пиши комментарий. Переходи на другие видео вместе с куклами. Приборными и пупсиками. У нас на канале много видео с реборнами. Выбирай любое и смотри. Пока-пока, Сашенька. Пока-пока.